Шеф, как вам удавалось сохранять позитив, работать без выходных, не опуская руки, как только приехали в Америку? Запомните одну вещь. Самая большая проблема у человека, когда у него очень много шансов. Когда у него один шанс, он либо его использует, либо не использует. Все предельно просто. Если у вас нет в жизни больше шансов, вы будете его использовать. Либо ляжете просто на диван и будете пить пиво. Вот и все. Ваша жизнь только в ваших руках. Я сегодня хотел одно видео записать. Я вам прямо сейчас скажу, что я записал. Я написал сейчас одну очень важную вещь. Вот смотрите. Ребята, мир очень жесткий и тяжелый. Вас однозначно будут постоянно испытывать. Постоянно ставить в разные позы. Иногда не очень приятные. Выход один. Обязательно стройте свой собственный мир. Если вы научитесь жить в своем мире, строить свой собственный мир, тогда у вас не будет никаких проблем. Вы не будете смотреть ни на какие потусторонние факторы. Вы должны понять одну очень важную вещь, что рынок – это как жизнь, вот она полноценной своей жизнью идет. И вы должны, к сожалению, подстраиваться либо под рынок, либо понимать одну вещь, что ваша акция или ваш любой инструмент, который торгует, должен зайти в ваш сценарий, а не наоборот. Поэтому всем тем, кто там уже на рынке, всем тем, кто прошел программу или еще что-то, вам рынок уже дал шанс, вам рынок дал возможность кем-то в этой жизни случиться. А кем вы будете и что вы захотите сделать в своей жизни, это будет только сугубо ваше решение. Если вам мешают родители, уходите от родителей. Если родители против того, что вы делаете, и они не понимают, у вас своя жизнь, у вас своя жизнь. Родители вам подарили жизнь. Подарили, значит, это подарок. Это ваша жизнь. И вы с ней можете делать все, что вы хотите. Вот и все. И если вы будете понимать, что у вас остался единственный шанс в жизни, который есть, никаких тогда проблем, не будет.